Верно? Да. Встретился? Да, держи, я переводчик, я пошел, оказывается, пошел переводить официальную торжественную встречу. Куда я поставлю? Где у нас все бригады? Вон папа ходит, сейчас подтянем кого-нибудь. Поставлю плакаты. Подвесь он куда-нибудь. Шапку твою могу на пол. Да, не, вон на столбик со стакашками повесь пакет. Виталя, привет! Привет! Да, шведскому, Шадринску, Челябинску. Я Франху Сиас, приз Гатлинг. Давай. Держи чуть, я забыл манишку зеленую взять. Иди бери. Сейчас. Где Александр? Вон там, я сейчас ее не найти. Можешь смело подойти, короче, вот к тем ребятам, которые вон там на льду стоят. И с ними это снимать презентацию. Ну сейчас я оставлю кого-нибудь с пакетами-то. Возьми мне тоже тогда эту зеленую. Привет. Народ прибывает. Ну, круто, мы тоже в телевизор, значит, попали. Пожалуйста, в прямой эфир на Ютубе. Роман Морозов, привет. Дела отлично, настроение тоже. Саша, Саша, ты мне не дашь жилетку-то? Да, пойдемте, я выдам. Я просто, у меня уже эфир-то да, идет. Да, да. Здравствуйте. Можно? Как его у меня? Просто. Чтоб я не вера. Кофе пошли. Сюда руку. Сейчас я сниму просто. Ага. Ой, я вашу еду показываю. Ладно. Ладно. Все, теперь тебя. Ладно, все, Саш. Лет. Лагала, потому что вовнутрь заходила. На улице сейчас лагать не будет. Закончить на стоечке. Туда? Понятно. Пойдем туда, на свое место. Разрешите, пожалуйста. Пока Кай. Дорогие друзья,
Мы рады приветствовать вас на стадионе «Металлург». Сегодня здесь состоится первый этап командного чемпионата России среди команд Суперлиги. И буквально через 2 минуты мы будем встречать команды для торжественного открытия мероприятия. Сегодня мы будем переводить. Переводчик. Шадринск, привет. Шадринск, почему не здесь? Ну, не все смогли приехать. Я бы, наверное, вот спереди бы их бы сняла. А, можно блин. И сам Шарка сложит о героях песни. Смотри, надо жить ярко. Надо помечтать честно. Камеры вокруг люди. Вятские поляны. Мегалада, привет. Сегодня трудно, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов болеть. Михаил сегодня не будет. Он был сегодня болельщик. Он болельщик. Но потом к нему подойдем. Добрый день, уважаемые любители мотоспорта! Мы рады приветствовать вас на командном чемпионате России по мотогонкам на льду. Конечно, будут шадринские. Сегодня принимают участие сильнейшие российские гонщики. Давайте все вместе поприветствуем спортсменов. В первом этапе командного чемпионата России принимают участие 4 команды. Команду Каменского-Уральского представляют спортсмены. Под стартовым номером 1 Евгений Шаров. Стартовый номер 2 Мартин Хайрагилтонен. Стартовый номер 3 Василий Несытый. Стартовый номер 4 Дмитрий Хамицевич. Иван Хужин выступает под 17-м стартовым номером запасным. Команду Торпедо ШААС представляют под 5-м номером Константин Коленкин. Под 6-м номером Герман Хангурзин. 7-й стартовый номер Рустам Кумбаев. 8-й номер Франк Цорн. И запасной 18-й стартовый номер Дмитрий Колтаков. Команда города Уфа, Башкортостан. Под 9-м стартовым номером выступает Динар Валеев. 10-й стартовый номер Никита Шадрин. 11-й стартовый номер Никита Богданов. 12-й стартовый номер Николай Красников. И 19-й стартовый номер Иван Чичков. Команду Мегалада город Тольятти представляет 13 номер Евгений Сайдулин, 14 номер Игорь Кононов, 15 номер Игорь Сайдулин, 16 номер Никита Толокнов и по 20 номером запасным Иванов Даниил. Для открытия соревнования слово предоставляется начальнику управления по физической культуре и спорту города Каменского-Уральского Диматову Павлу Гавцевичу. Скользко. Дорогие друзья, уважаемые участники соревнований, уважаемые организаторы, зрители, позвольте всех нас поздравить с открытием мотоциклетного зимнего сезона. Сезона этого увлекательного вида спорта под названием «Ледовый спидвей». Мы соскучились по этим гонкам, по брызгам льда, по запаху метанола. Поэтому, я думаю, ребята, вы нам подарите замечательные эмоции сегодня. Ну и радостно, что в очередной раз Каменск-Уральский открывает сезон. Это первое официальное соревнование в этом сезоне в Российской Федерации. Всем удачи и позвольте мне передать вам горячий спортивный привет от главы города Каменского-Уральского Шмыкова Алексея Викторовича. Всем привет!
Большое спасибо, Павел Гандович. Слово предоставляется директору Центра подготовки спортивных команд Свердловской области по техническим видам спорта Алексею Сергеевичу Чистякову. Добрый день, друзья, гонщики, тренера, представители команд, уважаемые гости, наши самые преданные зрители, вам привет огромный. Разрешите мне сказать слово приветствия от Министерства спорта Свердловской области, лично от министра Леонида Ароновича Рапопорта, от Центра подготовки спортивных сборных команд поприветствовать вас здесь, в Каменске-Уральском. Традиционно открываем спортивный сезон. Пожелать всем удачи, зрителям хорошего зрелища. Ну и всех с праздником, друзья! Большое спасибо, Алексей Сергеевич. Слово предоставляется председателю трековой комиссии Мотоциклетной Федерации России Александру Валентиновичу Таскаеву. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, участники соревнований! Мы рады приветствовать вас на гостеприимном Каменском стадионе. Сегодня начинается официальное соревнование чемпионата России командного. Я буквально тут ночью вернулся из Москвы и по просьбе, поручению президента Мотоциклетной Федерации России Жилы Светлана Васильевича, я поздравляю вас с этим значительным событием. Желаю всем успеха, спортсменам красивой, хорошей борьбы, болельщикам приятного зрелища. Большое спасибо, Александр Валентинович. Слово предоставляется председателю трековой комиссии ФИМ Йоне Сапанину. Hello, Каменск, Уральск. Listen, I have been in Russia many times in the world champion races as a rider, team manager or race coordinator. This is now the first time I'm here as a high-speed rail tourist, and I'm very happy to be here in your beautiful town of Kamensk and your great stadium. I wish all the riders best luck, have a safe and hard race. Спасибо большое. Йоня, рад приветствовать всех на стадионе. Он был много раз в России в качестве гонщика, в качестве судьи. И сегодня он первый раз в России в качестве болельщика. Он спортсменам передает отличных стартов без травм и падений. А болельщикам получать удовольствие от происходящего. Всем спасибо. Ну, друзья, хоть Йоня у нас приехал как турист, но от нас никто не уезжает без подарка. Йоня, презент. Каменско-Уральского от Российской Федерации. И, друзья, еще разрешите мне два слова сказать. Вчера прошел исполком Мотоциклетной Федерации России. Вы знаете, что с 2015 года проводится конкурс на лучший мотоспортивный регион. И хочу нас всех поздравить. Свердловская область вошла в тройку призеров, заняла второе место, уступив только нашу столицу, нашей родины. Поздравляю всех с очередной победой с мотоциклетным регионом. Главное не упасть. Большое спасибо. Слово для приветствия предоставляется главному судье соревнований, судье всероссийской категории Владиславу Викторовичу Глаченко, город Салават. Добрый день. Хочу поприветствовать и поздравить сегодняшним праздником каменцев, спортсменам. Пожелать спортсменам всего самого наилучшего, чтобы все прошло в спортивной, честной борьбе. Что еще могу сказать? Только пожелать удачи и победных финишей. Дорогие друзья, внимание, равнение на флаг. Роман, привет. Звучит гимн Российской Федерации. Сайдурин, Евгений Сайдурин.
Иван Чичков, дорогие Николай друзья, Красников, спортсмены удаляются в закрытой Никита партии Богданов, к первому заезду. А мы с вами через несколько минут будем иметь возможность наблюдать Никита Шадрин. Старт первого заезда. All ready to start. Наше соревнование проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, администрации города Кайпорации, Центра спортивных мероприятий Свердловской области. Take your wife and come to Svetenslak, okay? Yes. We wait you. Yeah, yeah. Управляющий директор Вячеслав Алексеевич Гагарин. ООО «Теплокомплекс» директор Белоградов Геннадий Николаевич. Филиал национальной водной компании «Ниагара» директор Бетов Владимир Борисович. Руководитель бетон-регион Потехин Андрея Николаевича. Центр печати «Лев». Руководитель Смородкин Стефан Сергеевич. И, конечно же, ООО «Благоустройство» директор Шарапов Руслан Нилович. Здравствуйте. Здравствуйте. По-английски теперь. Hello, friends. Приветствую. Привет, Женя. Эдди Крыса привет всем передает. Эдди, привет. Да я пошутил. Серега Печушкин. Ну, да. Нет, Эдуард. Николаев, по-моему. Личный привет. Твоя команда вышла сегодня на лед. Все нормально, только без комбеза пришли. Да. Денис, тебе привет. Ты уже звезда. А с кого так неожиданно? Каменцы, привет, с праздником. Рустам пишет. Настолько пресс, я там что-то даже расписался. А, я забыл. А, это нельзя было в прямом эфире говорить. Ну ладно. Саша, прости. А другому фотографу, ну и другому привет. И другому, вот это не тебе привет было обломить. Ты не такой еще звезда. Горностаева Денису Шлебрянику. Да. Не меня. Все, надоело. Где-то ее не идет в нашу сторону. Да, сейчас сказал, жену возьмет и придет. Ready to start. Ready to start. А ты тут не зайти? Вот что ты? Одевать. На Антоне зайти. Одевать не раздевать. На мне нет. Он Йони идет. Почетный наш гость. Сюда идет. Йони, come here. Спасибо. Совсем узкую дорожку-то сделали. Ага. Вообще заузили. Но... На выходе. Но хотя не по стартовой машине. Come here. Good day. Йони, this is Андрей, my uncle. Hello. Здравствуйте. 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 Егор. All is ready. Yes. Подножки-то можете ей дать? Да, дай. This is for your legs. Yes. You stand it, it's not so cold. Yeah. We, as you saw, we did some shopping in Yekaterinburg. Yeah? Yes. This is very, very popular. Yes. And very good. Yes. Minus 35, we're going to the stadium and standing in this. Is no problem. Я приготовил чай взяли. Все самое главное. Главное, чай есть. Чай взяли. Ширма переносная. Да. Я сказал, здесь сауну нам надо строить. Мы вот, короче, здесь арендуем, проход ставим. Здесь вход чисто для своих будет. Вот. Здесь вот, значит, там сауну строим. Здесь будет сидячие места, короче, это обогревчик, все. Вот, билеты будут, конечно, заоблачно стоить. 1000 по 15-20 человека. Вот. Ну, для членов клуба бесплатно. Вход за чай. За идею. А где у нас главный скороговор? Он там стоит. Ванька Коля. Там? Да. И Ванька, и Коля, они все а, там. А, Ванька Глашатай. Главный скороговор вот это. О, слушай. И? Дмитрий Хомицевич, Константин Коленкин. Башкортостан. Красников. Иванов.
Игорь Кононов. Now driving Игорь Кононов, Константин Хомицевич и Николай Красников. First hit. First hit, very strong. Дмитрий Хомицевич, Игорь Кононов, Николай Красников и Константин Коленкин. Сейчас за всех поведет. Да. Сюда, извиняй, я вот сейчас сюда встану чуть-чуть. Первый старт. Дима Хомицевич. Уже на старте. Николай Красников, Игорь Кононов и Константин Коленкин. Red Helmet, Дмитрий Хомицевич. Yellow Helmet, Игорь Кононов. Blue Helmet, Константин Коленкин. White Helmet, Николай Красников. Ready to start. И открытие сезона. Поехали. Со старта Игорь Кононов, Дмитрий Хомицевич ушли. Давай. На одинаковых скоростях. Николай Красников переместился на вторую позицию. Дмитрий Хомицевич пока что первый. Николай Красников на вираже обходит Хомицевича. Да, Николай Красников первый, Хомицевич второй, Кононов третий. Но все пока что очень плотненько. Последний круг ушли. Игорь Кононов переместился на вторую позицию. Дмитрия подбросило. Финиш. Николай Красников, Игорь Кононов, Дмитрий Хомицевич, Константин Коленкин. Николай Красников, 3 points, 2 points, Игорь Кононов, 1 points, Дмитрий Хомицевич, 0 points, Константин Коленкин. Но изображение ничего не можем поделать. Может быть, наладится. Сегодня на улице прохладнее. Да, Николай Красников показал, что всегда в кондиции, всегда готов. Николай Красников every time is a good form. You see it, he start a third place and there's no problem for Николай Красников. Every time ready. Yes. Yes. In Russia says who going in a final of championship of Russia. Yes. These all 16 guys can win world champion. Yes. Yes. This is no problem for these guys. The hardest competition, this is individual championship of Russia. Заезд номер два. Смотрим. Василий Несытых, красный. Василий Несытых, red helmet color. Герман Ханмурзин, синий. Blue helmet color. Герман Ханмурзин. Игорь Сайдулин, yellow. And... Number 11, Никита Богданов. Ханмурзин, Несытых, Сайдулин, Богданов. Смотрим. Что-то не так. Указывают, что старт пока что отложили. Почему? Видео от Рима есть, по крайней мере, операторы стоят наверху. Погода минус 17. Прохладно. Старт. Со старта Василий Несытых и Сайдулин. Вираж вышли одинаково, но... Вася вышел вперед. На втором месте Сайдулин. Третий пока что Богданов. И четвертый Ханмурзин. Ханмурзин прилично подотстал. Вася прилично уходит вперед. Вася
нарастил отрыв. Второй Мегалада. Третий Уфа, четвертый Шадринск. Последний вираж, спортсмены растянулись, последний круг не вираж. Все, наш первый, да? Ох ты, ну не упади, ну ёпты! Падение, Герман Ханмурзин. Финиш будет принят. Василий Несытых, Игорь Сайдулин и Никита Богданов. 3 points Василий Несытых. 2 points Никита Богданов. And 1 points. А, но. 2 points Игорь Сайдулин. 1 points Никита Богданов. Герман Ханмурзин Фолин. Было падение. Скажите про качество что-нибудь. Now. Франц Торн, Динар Валеев. А? Ну, надо. Now driving Martin. Yeah. The last season is very, very great. Yeah, he's a very nice person. Yeah, very friendly. Yes. After finish. Yeah. You know, his father is from Finland. Oh, no. Yes. I know he's from Finland. Yes. In Russia, all know. All, небо снимаем. Смотрим, кто-то выехал. Акумбаев? А, это нет, Герман Ханмурзин своим ходом выехал. Сейчас поедет Фрэнки Цорн, Мартин Харахилтонен. Я говорил, кто еще, но я уже забыл. Сейчас посмотрим, кто поедет. Minus 70 degrees, little bit pause. Track is ready to start. Восстанавливают, пики вытаскивают, по правилам ставят. Герман Ханмурзин упал. Безопасность спортсменов превыше всего. Все, спортсмены выходят на старт. Мартин Харахилтонен. Фрэнки Цорн. Динар Валеев, Мартин Харахилтонен, Фрэнки Цорн. And I think Никита Толокнов. What? Have we programmed number 15? Who is it? Yeah. Who is it? Никита?
Number 15. Сайдулин Игорь. Игорь Сайдулин. Значит, в предыдущем заезде был не Игорь Сайдулин. Извините. Так, старт. Мартин завалил старт. Старт выиграл Фрэнки Цорн, но... О, какая скорость, какую скорость показывает Динар Валеев. Он очень-очень-очень большая скорость. О, Каракилтонен обходит Сайдулина. И на втором Цорн обходит. Борьба за вторую позицию. Динар Валеев ушел очень далеко. Но Игорь Сайдулин не сдается. Цорн переместился на последнюю позицию. Очень плотно идут. Ушли на последний круг. Смотрим. Игорь Сайдулин пока на первом. Фрэнки Цорн борется. Смотрим. Похоже, будет фотофиниш. Динар Валеев. 3 очка Уфа. 2 очка. Непонятно. 1 очко. Непонятно у кого. Фрэнки Цорн последний. Дина Валеев, 3 points. 2 points. We don't understand who take 2 points. I think Martin. 1 points. Игорь Сайдулин, 0 points. Фрэнки Цорн. Каменск-Уральский, Евгений Шаров. Рустам Акумбаев. Blue Helmet. Рустам Акумбаев, Шадринск. Никита Толокнов. Никита Шадрин. Никита Толокнов. Рустам Акумбаев. Евгений Шаров. White Helmet, Никита Шадрин. Yellow Helmet, Никита Толокнов. Blue Helmet, Рустам Акумбаев. And Red Helmet, Евгений Шаров. Смотрим. Старт. Никита Толокнова подбросили. О, сход. Нет, не сход. Никита Шадрин на первой позиции пока идет. Следом за ним там борьба. Никита подбросила. Никита удержался. Женя Шаров переместился на вторую позицию. Борьба за первое место. Никита Шадрин везет, но Шаров на него прям накатывает. Шаров на более выгодной позиции. Никита на хорошей скорости, Шаров опять ныряет внутрь. Никита по внешке подбросила Шарова. Никита Шадрин пока первый, Шаров второй, Толокнов третий. Рустам Акумбаев отстал. Ох, подбросила Шарова. Никита Шадрин тем самым опять отрывается вперед. Финиш. Никита Шадрин, Евгений Шаров, Никита Толокнов и Рустам Акумбаев. 3 points, Никита Шадрин, 2 points, Евгений Шаров, 1 points, Никита Толокнов, 0 points, Рустам Акумбаев, Шадрин. This was... Now ice cleaning, чистка льда. Нет? Да, чистка льда, ice cleaning. Why we don't see and how? Oh, Koltakov don't driving in this series. Okay. Да, Koltakov is a safety, but he don't start in this series. Why? I don't know. He is safety, but I don't know why Koltakov don't start. Maybe he won't see how drive another sportsman. Maybe. Yeah. Oh, now it drink tea. Drink little bit special tea. Yeah.
Ну, здорово. Пойдем. Привет. Да ничего, хорошо. Да. Где у нас здесь? Хорошо, хорошо. О, замечательно. Передавай приветы. Всем привет городу Каменску, Уральскому, Шадринску, Тольятти, Уфе. А Германии? Германии, Швеции, Австрии отдельный привет. За то, что отправили к нам наших гонщиков, своих, вернее, за нас. Как тебе открытие сезона? Прошлый выходной был интересный, но этот выходной полное открытие, официально еще интереснее стало. Еще интереснее. Все команды интересные, потому что в каждой команде есть по два лучших гонщика и по два, которых темные лошадки, так сказать. Ну да. Ананто. Yes. I have... One moment. I have a special present for you from Finland. Yes. I know you are the friend of the good drinks. Yes. And this is the very special Finnish drink called Storm. Hot Storm? Hot Storm. Hot Storm. Just don't mix it with any Coca-Cola or just a little shots. Little shots, yeah. It keeps you warm. And from Tatiana, it's blueberry vodka chocolate. Yes, we do it. Yes, put it. And our friends have a homemade alcohol special. I see you. Now we test it a little bit. Come with me. Ты будешь? Да? Ладно, надо тогда там это. Come. Чокайся. Вот тут. Ну, чин-чин. Ой, на здоровье. На здоровье. Yes. Last time when we stand here, two policemen stand here. Yeah. Yeah, and our friend from Netherlands, Gvari, he say, "Oh, aeroplane." Yeah. Like now. Yeah. And he say, "Oh, aeroplane." Okay. Черная шляпа, белое перо. На зону попал паренек. We have our mini bar here. We stand, put it. Oh, like again. Now tactics aeroplane. Do you want cognac in tea? Little bit. Чуть-чуть. Yeah, in Russian чуть-чуть. Хорош? Окей. Да. Мне чай нельзя, я за рулем. А вы что это? Без горячего чая, что ли? Горячим? Горячим?
вот он. Нет? Есть? Да. Вон, 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 туда, бар там, разлив. На розлив. Здравствуйте, это Йони, председатель трековой комиссии ФИМ. This is our friend, our group, Дмитрий. Гаишник. Гаишник. Police of... Police car, you know? Yes. Yes, he is officer. Кто у нас был этот? Ханс-Вебер был, да? В костюме-то. Да. Подходите вон на раздачу. Вон там идет. На розлив. Отвернул? Или там какая-то? Нет, давай. Оп. Say something. So Finland guys, maybe some guys sitting and have breakfast. And why he must go on the Russia, in the Russia and see this competition? Terveisiä Karille Sforza. My ex-mechanic is watching this race. Ah, yeah, really? Very good. Стол такой накрылся уже там на тюках. Папа он пришел. Ага. Завидует, мол, кто-то на смене дать ему, а кто-то нет. Чистка льда. Привет из Уфы. На работе по телефону смотрит Сергей Мартьянов нас. Привет, Сергей. Серега, привет. Мы все здесь. Ты же сейчас уже можешь смотреть? Нет. Нет? Сразу же ушел. Ладно. Человек голос за кадром привет и передает. А где Сережка Пичужкин у нас? Серега Пичужкин тоже смотрит. По-любому нас. Рустам Софиулин. Приезжайте в Вятские поляны на Кубок России. Ну, поедем. Только с Эдиком, если. С Эдиком только. Эдик на легковой уехал на тренировку. Я говорю, есть место в машине? Он говорит, нет. Я мотоцикл разобрал, все сложил. У всех тренировки были, сборы, а Эдик ездил по городам, фотографировался по выставкам. Ну-ка, что, он уже на авторитете, он может себе позволить. Да. У нас всего 4 серии будет, получается. 16 заездов же. Каждый из каждого 16 заездов. 3 чистки льда. Вон чаек, кофе-чаек. Вот. Ребенок ест чай горячий. Да, первая серия прошла. А у нас где главный щитовод? Кто-нибудь ведет табличку? Ну, я после первой серии запомнил, что у всех было по 3 очка. А, нет, у Мегалады 4. А, у всех по 4 очка было после первых двух заездов. Не после первой серии, после первых двух заездов. В дальнейшем я не могу сказать, кто, где, какой. Там какой третий заезд был, что вовец это самое. Да. Да. Все, судьи готовятся к натяжению стартовой ленты. Йони. Здесь моя фаза. Ай! Здравствуйте. Привет. Привет. Как дела? Очень хорошо. Yeah. Уфа 10, Каменск 8, Тольятти 6. Шадринск 0. Блин. Шадринск 0. А что главного? Там запасные-то посадили вообще. Ну, не знаю. Уфа 10 points. Каменск, Уральский 8 points. Тольятти 6 points. Шадринск 0 points. Окей. Okay.
Ханмурдин-то, если навернулся, так вместо него может Колтаков. Может быть, да, Колтаков сейчас поедет. Непонятно, почему Дима не выехал. Может, сегодня не успел. Потому что, ну, странно. Он сразу заявлен был. Не, ну с запасным. Все с запасными заявлены. Нам презентовали финскую. Сказали, это горячий шторм. Вот. Какая-то 30 градусов. And say again, how it's correct? Hot storm. Yeah, hot storm. Yeah, storm. 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 And you must drink it like schnapps. Чуть-чуть и холодный. Yeah. Ice cold, yes. And this is some spices. Ah, good. And it's been, you know, it's been in the oak barrel. Uh-huh. Like whiskey. Yeah, but yeah, this yeah. is not like whiskey. Это не виски. No. No. And this is made for the people who lives in the hard circumstances in the coldness. Uh-huh. And this is like the inner woolen shirt. If you you feel hot inside and warm inside. Yeah, yeah, yeah. Пить в горячую воду. Фотки нас. One photo. То. Yeah. С той стороны. Okay. Okay. Я тоже хочу с ним. Пойдем. Come with us, make photo. Город Уфа. 8 очков у команды города Каменска-Уральского, 6 очков у команды Мегалана город Тольятти, и нет пока заработанных очков у команды Торпедо Шанс. Сейчас я тоже, подожди. One more, now my father too. Okay. Анташа, а что мы там болтаем-то? Все к Лехе пойдем? Ну да, решим сейчас. Леха, все забирай себе. Все, отлично. Будем регистрировать, тестировать. 4 серии, согласно таблице. А 5-я серия будет выступать спортсмены. Yes. Yes. Давай я уберу. Наименьший наборный шок в команде. Мейк фото. Что, тогда к Алексею потом все туда придем? Да. Да, обязательно. Качество плохое. По народу нормально. Антона, берите вещи. И два флага шведского, а то не так поймут. Да. Там надо, говорят, уберите вещи с шведского флага. О, кто говорит? Команду города Шадринска будет представлять Герман Ханмурзин. Герман Ханмурзин опять выезжает. Команду города Уфы по первой дорожке белом на шлеме Динар Валеев. Динар Валеев. По второй дорожке в желтом нашлемнике представитель команды Мегалада Никита Толокнов. Толокнов. От Каменска-Уральского. Не услышал, кто, мы так определим. Не сказали к Каменска? Ханмурзин, Валеев, Толокнов. Дорогие друзья, также хочется напомнить, Миша, так где у них? На свадьбе, наверное. Вон он стоит на горке. Да. И сегодня все забастовка. Да. Вон они с флагами где-то стоят, он где-то там. С семьей. А вон он стоит в этом, в цветном. Его видно. Что там? Стекло, железо нельзя. А-а-а. Пластмассовая бутылка. Газировка. Все, объем не более 0,5 литра устраивает. Сергей Мартьянов, привет. Отлично. Да, может, проблема не у нас с интернетом, а где-то у кого-то с интернетом. Проверяйте, что качество выставлено не автоматически. Вручную поставьте, подержите чуть на паузе. Изменения. О, Колтаков. Да. Now start, Дмитрий Колтаков. Yes. Колтаков, Валеев, Толокнов. И от Каменска-Уральского смотрим, кто? Дима Хамицевич. Да, Дима Хамицевич. Валеев. Хамицевич, Валеев. Колтаков. And Никита Толокнов. Good hit. Итак, первая дорожка. Стартовый номер 9. Представитель города Уфа. Белый нашлемник. Динар Валеев. Вторая дорожка. Желтый нашлемник. Представитель города Дмитрий Хамицевич. Тольятти, команда Мегалада.
Никита Толокнов. Red helmet. Третья дорожка. Yellow helmet. Никита Толокнов. White helmet. Динар Валеев. Blue helmet. Дмитрий Колтаков. Со старта. Ох, ох. Выиграл непонятно все. Динар Валеев выиграл старт. Второй пока что Колтаков. Ох, Динар Валеев борется с Колтаковым, закрывает его. Динар Валеев в отличной форме. Борьба, контакт был. Колтаков и Валеев. Ох, подбросила Валеева, Колтаков вырвался на первую позицию. Но тем не менее, вы Хамицевич накатывает потихонечку. Может не хватить, на последний круг уехали спортсмены. Находится на первой позиции Динар Валеев, город Уфа. На второй позиции, на третьей позиции только Дмитрий Хамицевич, город Уфа. Так, последний вираж. Встречаем финиш. Дядька, Колтаков, Валеев, Хамицевич, Толокнов, Дмитрий Колтаков, 3 points, 2 points, Динар Валеев, 1 points, Дмитрий Хомицевич. Но была агрессивная езда. Динарику привет, Динарик вон на льду, мы не побежим туда говорить привет Динарику. В упорной борьбе. А мы с вами тем временем готовы встречать участников шестого заезда. По первой дорожке в красном нашлемнике представляет команду Каменского-Уральского. Выйдет на лед Василий Несытых. Red helmet, Василий Несытых. Никита Шадрин, город Уфа. Никита Шадрин. По третьей дорожке в желтом нашлемнике Игорь Сайдулин, город Тольятти. И по четвертой дорожке в синем нашлемнике Константин Коленкин, город Константин Шадрин. Коленкин. Blue helmet, white helmet. Шадрин, да, едет? Никита Шадрин же, сказали. Да. Константин Коленкин, Василий Несытых. Но. И Игорь Сайдулин. Yellow helmet, Игорь Сайдулин. Red helmet, Василий Несытых. Blue helmet, Константин Коленкин. White helmet. Вторая Никита дорожка. Шадрин. Белый нашлемник. Никита Шадрин, город Уфа. Шадрин. Третья дорожка, желтый нашлемник. Игорь Сайдулин, Шадрин. Город Тольятти. И четвертая дорожка, синий нашлемник. Константин Коленкин, представитель города Шадрин. Смотрим. Сейчас посмотрим. Просят отодвинуться. Так. Старт. Со старта Константин Коленкин и Василий Несытых. Василий Несытых ушел. Вперед. Плотно. Плотная борьба. Так, как спортсмены? Василий Несытых, Никита Шадрин, Игорь Сайдулин и последний Константин Коленкин. Спортсмены растягиваются потихонечку, но Никита накатывает на Васю. Никита накатывает. Ох, как подбросила Никиту. Ничего, удержался. Василий ушел в отрыв, последний вираж. Смотрим. Василий Несытых, Никита Шадрин, Игорь Сайдулин, Константин Коленкин. 3 points. Василий Несытых, 2 points. Никита Шадрин, 1 points. Игорь Сайдулин, 0 points. Константин Коленкин. Не заработал очков Константин Коленкин за команду города Шадринска. Приветствую зрителей.
Да, Никита, молодец, удержался, удержался. Мы ожидаем седьмой заезд. Хорошо подбросил, но показал, что уже не 16 лет. По четвертой дорожке представитель Каменско-Уральского Мартин Харахилтонин. Мартин Харахилтонин. По второй дорожке в белом на шлемнике. Николай Красников. Николай Красников. Уфа. По третьей дорожке в синем на шлемнике представитель города Шадринска Рустам Акумбаев. Рустам Акумбаев. И по четвертой дорожке представитель Мегалада. Данил Иванов. Ой, прошу прощения, по первой дорожке в желтом нашлемнике представитель Мегалада Евгений Сайдулин. Нет. О, юниора выпустили. Евгений Сайдулин, Мартин Харахилтонин, Николай Красников и Рустам Акумбаев. Пока что Ваня Чичкова мы не видели. Мартин Харахилтонин. Red Helmet. Yellow Helmet. Number 12. О, нет, Даниил Иванов. Даниил Иванов, Николай Красников, Мартин Харахилтонин. Нет. Даниил Иванов, Николай Красников, Рустам Акумбаев, Мартин Харахилтонин. Yellow Helmet, Даниил Иванов, White Helmet, Николай Красников, Рустам Акумбаев, Blue and Red, Мартин Харахилтонин. Ох, какой старт показал Красников. Харахилтонин борется с Даней Ивановым. Красников пошел в отрыв. Даниил Иванов накатывает на Николая Красникова. Мартин подотстал. О, Даниил Иванов обошел Николая Красникова. Даниил Иванов выходит вперед. Николай Красников борется, борется, борется. Да, очень, очень агрессивно вылетел Николай Красников. Перекрестил траекторию, подбросил. Даниил Иванов вышел опять вперед. Последний вираж сейчас будет. Финиш и... Даниил Иванов, Николай Красников, Мартин Харахилтонин, Рустам Акумбаев. This was very good. Three points, Даниил Иванов. Two points, Николай Красников. One point, Мартин Харахилтонин. And zero points, Рустам Акумбаев. Николай Красников, Даниил Иванов. Мартин Харахилтонин. Восьмой заезд, в котором примут участие в красном нашлемнике по третьей стартовой дорожке представитель Каменского-Уральского Евгений Шаров. Как Красников где-то скрестил траекторию, вылетел просто там. Даня Иванов умно поступил, он притормозил, Красников пролетел, он внутрь нырнул и поехал дальше. И в желтом нашлемнике по второй дорожке Игорь Кононов, представитель города Тольятти, команды Мегалада. Игорь Кононов. Yellow Helmet. Никита Богданов, не вижу, кто там. Фрэнки Цорн. Евгений Шаров. Кононов Цорн. Шаров. И last. I think Никита Богданов. Кононов Цорн. Шаров. И последний сейчас подъедет. Мне кажется, Никита Богданов. Итак, Каменск-Уральский, Евгений Шаров, красный нашлемник. Команда города Уфа, белый нашлемник Никита Богданов, команда города Шадринска, синий нашлемник Франк Цорн. Blue Helmet, Frankie Zorn, Red Helmet, Евгений Шаров, Yellow Helmet, Игорь Кононов, White Helmet, Никита Богданов. Thank you, thank you. Now we see. Start. Start. Фрэнки Цорн с Игорем Кононом выигрывает. Кононов ушел вперед. На лидирующей позиции. Фрэнки Цорн, Богданов и Шаров. Борьба за... За вторую позицию. Очень плотно идут. Никита Богданов чуть-чуть впереди. Шаров на вираже выходит на вторую позицию. Игорь Кононов уверенно первый. Игорь Кононов уверенно первый. Евгений Шаров второй.
Никита Поганов третий, Зорн четвертый. Спортсмены уходят на последний круг. Подбросила Никиту Поганова. Зорн вышел на третье место. Последний вираж. Последний вираж. Игорь Ков, Евгений Шаров, Фрэнки Цорн, Никита Богданов, Игорь Кононов, 3 points, Евгений Шаров, 2 points, 1 points, Фрэнки Цорн, and 0 points, Никита Богданов. Все, чистка льда. Кто ведет статистику, подскажите. Дорогие друзья, я хочу напомнить наших партнеров. Кстати, огромное спасибо трудно-металлургической компании. Шашлык? Окей. Окей. Управляющий директор Гагаринов Вячеслав Алексеевич. Оттеплокомплекс. Руководитель Виноградов Геннадий Николаевич. Национальную водную компанию. Где у меня? Агара, пресса! Пресса! Компании «Бетон регион». Подержите телефон. Потехина. Центр печати. Аккуратненько, чтобы ничего не выпало. Лицо Сморозкина, Степан Сергеевича. И, конечно же, ООО «Горнеж благоустройство». Все, нажимай. Директор Руслан Милович. Можешь чаю попить, погреться? Могу. Чаю. Вон Мишка стоит, Соколов. Да. В своем модном плаще. Он стоит рядом, в своей зеленой курточке. Надо вообще до него дойти, интервью взять. Пойдем, сходим до него. Пойдем. А я возьму с собой плакатики. Давай, бери, пошли. Они пошли шашлык покупать. Шашлык пошли купить. Мы до Мишки дойдем, Соколова пойдем. А он вот там? Да, он всегда там стоит. Итак, для вас снова выступает... Антон, плакаты, может, продает. Вы как-то плакаты привезли? Не забудь про чай. Никому не давай. До Михи идем. Ой, не отдай меня, мать, как хотела меня мать, да за третьего отдать. А то третий, что в полевете, ой, не отдай меня, мать. Девчоночка, Рустам, пожалуйста. Девчоночка, девчоночка, милая, попляши. Девчоночка, ука, девчоночка, чернаука, девчоночка, милая, попляши. Привет. Привет, вы что, пришли? А где ребятишки? С мамой оставила. Хорошо, мы до Мики пошли. Миша, не мерзни. Плакаты за сотку. Надо кого-то более известного поставить. Мишку. На стартовой странице. Привет! Привет! Каменск! Каменск лучший! Поспорю! Привет! Внимание, все равно считаю, что у них сильная команда, Уфа сильная команда. Уфа 16, Каменск 15, Тольятти 13, Шадринск 4. Спасибо, Александр Коршунов. Посмотрите, пожалуйста, на спину моего друга. Вау! Фанат!
Но все заказываем. Дорогие зрители, если такое кому-то надо из вас, Вектор, только Вектор и никто кроме Вектора. А также вот плакаты. Сейчас смотрите, как делается бизнес. Хотел купить новые варежки, но решил, что нет. Куплю Димана, Меридиана. Я работал все выходные, чтобы заработать. А теперь прорекламируй группу. Айс, Медвей, Гладиатор, Таня, Антон, ТСК, Форт Бэнд и так далее. Помогайте своим. Вот идет еще один ярый болельщик. У меня есть резиночка. Да, молодцы. У меня резиночка есть, надо тебе? Нет. Следующий можно купить. Еще раз. У них же, да? Красиво. Вот он. А где папа? У тебя. Поработает, завтра вернется. Это надо Коле подойти и сказать, что он не очень. Понятно, что можно? Можно я вам? Можно. Можно, у нас если что, в машине еще есть. Можешь обратно Антону отдать. Антон, короче, бизнес идет. Пожалуйста, отдельно, только не потеряй. Просто иначе. Ну, ты можешь продать, я потом снова куплю. Но уже без денег. Ходи, да. Серега, по моим записям. Ходи. Я запил. Ребята, видели этот нашего родного Цорна-то? Этот, видимо, заразился от наших. Педальку мы поставили. Очко привез. Одна надежда была на него. Но что-то это было. Слабовато. Да. Но он уже у меня для... Может раскатиться. Не, ну мне прям нравится, упадет. Ведь вообще клево. Она электрическая, что ли, эта штука? Она заряжается, но... Да, у нас Серега так морозит, скажем. Сейчас пойдем пить чай. Не, ну мне прям нравится Дима Хамицевич, вот прям вообще ведь. Вам везет, что у вас тепло, ну, нас греет Спидвей, любовь к Спидвею. Техника. Колина. Да. Нравится всем город. Смокпэт. Да. Вообще. Элементарное движение рукой. Просто первые два заезда он просто немножко дал фору молодежи. А где тут? Спина вообще клевая. Да, Серега Мартьянов. Чай нас согревает. Потом зайдем. Уфа? Пойдем. Вы на чем приехали? На ком? На лошадях? Ну, прикольно. Тёма, да, тут здесь посмотрим. Все, пошли до себя, а то теперь начнется. Пошли чай пить. Михаил, сейчас я спрошу секунду. Миша, очень много вопросов, почему ты не комментируешь? Слишком большой гонорар. Вот сюда вот нажми на кнопочку. Неохота, да? Здорово. Здорово, вот. Герой. Говори, почему ты не комментируешь. А я сегодня просто с семьей. Я здесь с женой хотел прийти с детьми, не получилось. С друзьями пришел, за друзей поболеть. Комментировать буду 23 декабря в мотокросс по Левском. Буду 7 января в Шадринске. Буду 2 марта в Шадринске. Еще в одном городе в этом сезоне появлюсь новым для себя. Буду в Югорске. Вот и все ответы. Все ответил. Все, от тебя отвернула камера. Спасибо. Спасибо, хозяйка. Ладно, увидимся в следующую чистку льда.
фотосессия. Пошли. Коля не мерзнет, он представляется, так-то ему не холодно. Бывает, и не мерзнут, а не сильнее. У нас нету ветра, у нас чай есть. Пошли чай пить. Старорусская. Так, ты такой не пил. А тебе же... Ну так, да. Да. Я знаю, мы попробовали. Там чай фруктовый, вкусный заварили. А, чай-то я попил. Сейчас они не это. А еще мне эти финны подарили, короче говоря, конфеты с водкой. С Финляндии привезли. Алкаши. Есть в машине Валеев. После гонки автограф сходи, взять. И ценник тоже сразу вырастет в этой плакатике-то. Вейбера нет. Один есть. Выбором только кумиром попадался. Вот только что последний, который был с собой. Но в машине-то же есть. Выбор есть. Давай. Пилканин. Пилканин есть. Ну что, мы тогда это все потом. Оп. Вот здесь на парковке. Пока задержимся. У нас можно вот и стартовой прямой мы будем. В конце гонки мы там будем стоять. Три. Все, пошли до себя. Нет. Дети отдыхают. Чай можно? Нет, спасибо, я за рулем. Чай. На входе справа. Все, бежим на старт. Ой, бежим на старт. Ой, можешь нас пробежать, спасибо. Там же площадь. Привет, привет. Здорово. Так, побежали мы. Команда города Шадринска. 13 очков у команды Мегалада, город Тольятти. 15 очков у команды Центра технических видов спорта города Каменска-Уральского. И 16 очков у команды Башкортостан, город Уфа. Вот так вот плотно, после 2-4 заезда, у нас идут 3 лидирующие команды. Телекомпания РИМ благодарит партнеров прямой трансляции. В частности, интернет-провайдер Каменск Телеком. Руководитель Серебров Александр Иванович и управляющую компанию Теплокомплекс в лице Геннадия Николаевича Виноградова. Мы пришли. Логично, но привет. Все равно печально. О, Димон. Димон, привет. Он меня не видит. А я ему все равно. Димон. Не Димон это? Нет. Точно? Точно. Я не знаю. Димон это Димон. Ничего не знаю. Будет Димоном. Это Димон. Чикидик. Антош, ты уверен? А да, все, я тоже уверена. Ну, похож. Бизнес. Что говорит Миша? Вообще новый уровень, короче, бизнеса. Мы ходим, короче, деньги собираем. А плакаты не берут. Деньги дают, а плакаты не берут. А вы где были? Ну, вот тут и стало. На тебя вот это ваши плакаты взяли. Юные болельщицы Каменска-Уральского. Печатаем и, может быть, дадим. Только деньги.
Ну да, Даня молодец, Колю обогнал. Чё? Чё там по очкам? По очкам напишите, пожалуйста, 17, еще 17, раз, 17, что там? 17? 17 УФА, 16, мы 15 Мегаларов. Мегалода отстает еще? Ну у них же, да, что-то это, вторая не пошла. А мы Шадринск-то сколько? 4. 4. Вау, мы вообще молодцы. Шадринск, давай. И цур на дно. Легионер отрабатывает зарплату. Легионер очко отработал. Да. Ну да. Звучит страшно. Мега 13. Спасибо, Ром. Все, давай, я готов. На, я буду чай просить пить. Пойду попрошайничать. Так, сейчас мы для интуристов объявим специально. Шестнадцать, 15, 13, 4. Спасибо, Рустам. Шадринск, Уфа. Молодцы. 16 points. 50 points. Каменск-Уральский. 14 points. Мегалада, 4 points. Шадринск. Не к нам вопрос, мы готовы к старту. Чаек он наливает. Сейчас до меня чаек чуть-чуть дойдет. Мне уже нельзя этот чай? Горят сильно горячий. Very hot tea. Налей тебе стаканчик чая горячего. Ну, нет пока. На следующей чистке не откажусь. Сейчас будут стартовать. Но... Прохладно, минус 17 на улице. Но мы работаем без перчаток. Все по-честному. Перчатки после минус 20. У тебя перчатки в машине остались? Да. Но я говорю, что нет, мы после минус 20 их одеваем. Слышим, мотоциклы запустились. Я хотел у себя. Народу на открытии много. Ну, когда на улице минус 15, минус 17, гораздо лучше, чем минус 5 и влажно. Горячий чай. Кипятка много плеснули, кипятка. У нас тут главный рабочий снегоуборочной машины. Надо ему дать плакаты и отправить его торговать с плакатами. Это сейчас ходить. Он раздаст. Так раздаст, ага. Но нет. Добрая душа. Так за 100 рублей раздает каждый плакат. Трасса, да.
на виражах не были, но смотрим. Дмитрий Хамицевич. Второй дорожки. Представитель Каменского-Уральского Дмитрий Хамицевич. Синий наследник. По первой дорожке представитель города Шадринска Франк Цорн. По третьей дорожке представитель города Уфы в белом наследнике Никита Шадрин. Отлично. Из-за команды Мегалада города Тольятти выезжает Данил Иванов, запасной спортсмен в желтом наследнике. Дмитрий Хамицевич, Red Helmet, Yellow Helmet, Даниил Иванов, Никита Шадрин, White Helmet, Фрэнки Цорн, Blue Helmet. Готовы к старту. Поехали. Ровно со старта ушли Дима Хамицевич. Старт выиграл. Иванов с Цорном. Цорн выходит на вторую позицию. Ох. Данил Иванов ныряет внутрь. Ой, падение. Никита Садрин. Никита встает. Перезаезд. Без Никиты Шадрина. Со спортсменом все в порядке. Никита Шадрин в поле. Папа бежит Никиты Шадрина. Никита расстроен. Ну, хорошо шел. Фрэнки Цорн, может быть, это был его лучший старт. Как он зацепился? Как он это? Санек! Привет! Некуда ему. Судя по всему. Это бы сейчас сообщение все. Да? Достаточное падение совершил у нас представитель города Уфы, команда Башкортостан Никита Шадрин. Хорошо. Но мы нашли. Он не допускается. Как бы переезду как виновник остановки заезда. Работало. Мотоцикл это? Никита! Спортсмены в красном нашлемнике. Идите, говорит вы. Дмитрий Хамицевич. С Никитой все в порядке. Представитель города Тольятти, команда Мегалада Даниил Иванов. И команду города Шадринска будет представлять Франк Цорн. Он не Франк, он Фрэнки. Франк, Франк, у него отец Франк, а он Фрэнки. Небогатая фантазия на имена. Чарли Шинебнер, Чарли Шинебнер. Фрэнки Цорн, Франц Цорн. Аристократично. Да. Фрэнки Фрэнкович. Ну, Францевич тогда уж. Францевич. А у нас, по крайней мере, если он дает, то к минимуму еще одно очко будет. Ну да. Вот, и тут еще раз. Итого это уже 5, а так глядишь за несколько этапов и настигнем Каменск. Да. Все, сейчас пойдут отдыхать, ребята. Шадринск молодцы, идут хорошо. Стабильно. Главное, стабильно. Мы еще уехали. Хорошо было, было очень замечательно. Это хорошо это. Ну да. Не, ну Фрэнки, он как старт взял за вторую позицию, с Ивановым боролся. Красавчик. Да, может быть. Наш гость из Финляндии ушел за шашлыками и не вернулся. Не, ну он как бы это, не один же ушел. Я думаю, они где-нибудь там встали. Ну там где-нибудь остановились смотреть, чтобы побежать. Давно я так вкусно не пила. А еще и поедим. Пару лет, наверное, уже. Подбрался к стартовой. Дмитрий Хамицевич. Позиция Дмитрий Хамицевич. Красный нашлемник, представитель Каменского-Уральского. Франк Цорн, представитель города Шадринска. Синий нашлемник. И Даниил Иванов. Дмитрий Хамицевич. Представитель города Тольятти, желтый нашлемник. Фрэнки Цорн. И Иванов. Посмотрим, что на Шадринске открытие. Может повязать нашим двум каменским чемпионом мира в этом заезде. Так, первая дорожка, Франк Цорн, вторая, Дмитрий Хамицевич, четвертая, Данил Иванов. Смотрим старт.
Дмитрий Хамицевич уверенно выиграл старт. Фрэнки Цорн второй. О, Фрэнки Цорн выходит на первую позицию. Фрэнки за First Palace. О, Данил Иванов вышел на первую. Дмитрий Хамицевич уже третий. Как все поменялось за один круг. Фрэнки Цорн второй. Дима ныряет. Нет, Дима идет по внешке. Дима вышел на внешку, набирает скорость, но Фрэнки закрывается. Данил Иванов уходит в отрыв, пока Фрэнки притормаживает Дима Хамицевича. Франц Торн пока что второй. Последний вираж. Смотрим и Фрэнки закрылся. Да, Данил Иванов 3 очка. Фрэнки Цорн 2 очка, Дмитрий Хамицевич 1. Данил Иванов 3 points, Фрэнки Цорн 2 points, 1 Дмитрий Хамицевич. And Фолин Никита Шадрин. Димка расстроена. Да, ну ничего, это борьба. Мегалада, мегалада. Но старт был удивителен, потому что Фрэнки Цорн выиграл. По второй дорожке. Рустам Акумбаев, город Шадрин. По третьей дорожке. Несытых Акумбаев. Представитель команды Башкортостан, город Уфа, Динар Валеев. Динар Валеев. И по первой дорожке в желтом нашлемнике Игорь Кононов, представитель команды. О, Кононов, Валеев. Мегалада, город Тольятти. Несытых Кононов, Валеев и Рустам Акумбаев. Судьи на дистанции приводят в порядок синюю линию трека. Я напомню вам, эту линию пересекать нельзя. Двумя колесами в противном случае спортсмен будет исключен. Происходит изменение. Команду города Шадринска будет представлять Дмитрий Колтаков. Колтаков, Кононов, Валеев. Это номер в данной команде. Несытых. Представитель Каменского Уральского Василий Несытых. Представитель Шадринска Дмитрий Колтаков. Динар Валеев, представитель команды. Динар Валеев, Дмитрий Колтаков. В белом нашлемнике. Василий Несытых. В желтом нашлемнике Игорь Кононов. Игорь Кононов. В желтом нашлемнике пробирает стартовый. Сейчас посмотрим. Ждем. Приехали, блин. Спортсмены выезжают. Да. Вася пока что, да, уверенно идет, уверенно. Итак, Василий Несытых, красный наследник, четвертая дорожка, представитель города Каменск-Уральского. Василий Несытых, Red Helmet, Yellow Helmet, Игорь Кононов, White Helmet, Динар Валеев, Blue Helmet, Дмитрий Колтаков. All sportsmen's very strong and it will be very, very cool hit. World champion. Сейчас посмотрим. Игорь Кононов на внутренней. Он прям на не очень выгодной для него позиции. Мы знаем, он любит ездить по внешке. А чтобы добраться до внешки, надо выиграть очень-очень уверенно старт. Смотрим. Старт. Игорь Кононов выиграл старт. И выходит Колтаков. Колтаков за ним. Динар Валеев третий. Василий Несытых пока четвертый. Игорь Кононов второй. Дмитрий Колтаков. Ой-ой-ой. Подбросила Динара Валеева, но он удержался и вернулся в борьбу. Колтаков пока на первой позиции. Кононов преследует его. Вася Несытых третий. Динар Валеев накатывает. Динар Валеев обходит Васю Несытых. Спортсмены пошли на последний круг. Борьба. Вася Несытых обходит Валеева. Вася, борьба. Смотрим, финиш, Дмитрий Колтаков, Игорь Кононов, Вася
Десятых и Динар Валеев. Вася поборолся. Молодец, Василий. Хоть одно. Команда Башкортостан. Дмитрий Колтаков, 3 points. Игорь Кононов, 2 points. 1 points, Василий Несытых. 0 points, Динар Валеев. А мы готовимся встречать участников 11-го заезда. 11 hits. Спортсмены. О, хотя бы один. Вася, вот молодец. Молодец, Валеев. В красном нашлемнике по третьей дорожке. Мартин Харахилтунин. Иди туда вот открывать. В эту, в тепло. А потом вообще пойдем, когда уже это закончится все. Так, смысла нету. Все не хочешь брать, потому что некуда класть. Да, зрелище было, конечно, да. Заезд Иванова с Красником очень понравился. Его только что прям. Мартин Халахилтонин. Небольшие изменения у нас происходят. Константин Коленкин. Иван Чичков. О, Ваня Чичков, первый выезд. Иван Чичков. Города Уфы, в данном Blue заезде. Helmet, Иван Чичков. Red Helmet, Мартин Харахилтонин. Иван Чичков, Мартин Харахилтонин. Итак, красный наследник. Никита Толокнов. Мартин Харахилтонин. Константин Коленкин. Ваня Чичков. Иван Чичков. А из Уфы. Ваня Чичков. По первой дорожке в синем наследнике. Он не едет. Города Харахилтонин. Старт. Со старта. Мартин Харахилтонин на первой позиции. Константин Коленкин второй. Костя Коленкин поехал, поехал. Борьба. Костя, давай. Константин Коленкин, Мартин Харахилтонин, Иван Чичков, Никита Богданов. Смотрим. Мартин Харахилтонин выходит на первую позицию. Константин Коленкин пока второй. В борьбу вклинивается Иван Чичков. Чичков вышел на третью позицию. Чичков вышел на вторую позицию. Чичков накатывает на Мартина. Напрямую смотрим. В колесо, идут спортсмены. Иван Чичков вышел на первую позицию. Мартин Харахилтонин второй. Никита Толокнов третий. Костя Коленкин уже четвертый. Ой, Константин Коленкин падение. Последний круг. Финиш будет приниматься. Смотрим. И... 3 очка. Уфа, Иван Чичков. 2 очка. Мартин Харахилтонин. 1 очко. Никита Толокнов. Там Костя хорошо шел. Да, Константин Коленкин, к сожалению, падение. 3 points. Иван Чичков. 2 points. Мартин Харахилтонин. 1 point. Никита Толокнов. Константин Коленкин, фоллин. Вот это было, да. Борьба в каждом, да, повороте. Ваня Чичков, я говорю, если он форму наберет, он на мир поедет по-любому. Но это мое мнение, ну блин. Он потому что бороться умеет, он старт как бы не выиграл нифига. А посмотри, по итогу приехал, привез, не боится там и обруливать. Укатывает мотоцикл представителя города Шадринска, который совершил падение Константин Коленкин. Косте чуть-чуть не повезло. Ну его, это, его начало в вираже бросать. И он там прилег на один бок, получается, и внутренне заехал. Вторая дорожка, Герман Хан Мурзин, город Шадринск. Смотрим. По третьей дорожке в белом нашлемнике. Герман Хан Мурзин. Башкортостан, город Уфа. 12-й стартовый номер, Николай Красников. Николай Красников, Герман Хан Мурзин. 20-кратный 20 times world champion Николай Красников. Евгений Шаров. Или это Ваня Хужин? Нет, Шаров. Шаров. White helmet. А, нет. Red helmet. Шаров. Николай Красников. White. Blue. Герман Ханмурзин. И Игорь Сайдулин. Yellow. Старт. Выйдет старт
Игорь Сайдулин выиграл старт, Николай Красников на второй позиции, третий Евгений Шаров, четвертый Герман Ханмурзин. Оу, вы посмотрите, Сайдулин едет с Красниковым на равных. Красников наращивает темп. Уже поравнялся, уже на заднем колесе висел. Смотрим. Опять Игорь Сайдулин чуть-чуть подбросило. Красников воспользовался и, похоже, при выходе из виража. Да, Красников. Красников вышел. Смотрим. Сайдулин. На заключительном круге. Что будет делать в последнем вираже? Нет. Николай Красников. Сайдулин. Игорь. Шаров Евгений. Ханмурзин Герман. Одно очко зарабатывает Евгений Шаров, город Камянск-Уральский не зарабатывает. Да. Очков в копилку команды города Шадринска Герман Ханмурзин. 3 points Николай Красников, 2 points Игорь Сайдулин, 1 points Евгений Шаров, 0 points Герман Ханмурзин. Приглашаем вас в административное здание нашего стадиона. Весьма привлекательным ценам для вас сегодня. Ну-ка, привлечите меня ценой. А кто останется на трибунах, могут с удовольствием посмотреть, как для вас поет. И танцуют, и поет. Песня «Сувениры» из Дворца культуры «Металлург». Кто замерз? Мы не замерзли. Мы чай пьем. Чай пьем. Чистка льда. Чистка льда. Айс клинин. Да, скажите, у кого сколько очков. Мы не ведем. У нас главный глашатай. Ванька Ворошнин где-то потерялся. Ваньке прогул. Вот шум тракторов. Сейчас будет последняя серия. Интересно, если это русская народная песня, русский народ подаст на меня жалобу в YouTube. Все, флаг штанов уже подупал. Давай его вот сюда боком вот так закинем. Я думал, он просто так, а он там. Трибуны опустили, народ ушел греться. Чай пьет. Пар идет, значит чай. Волшебный. Че там? Дуба дай. Привет тебе, Татьяна, приятного чаепития. Спасибо, Рустам, большое. Ой, дуба дай. Привет, Новосибирск, Василий. Аникеев. Вот наши главные. Это директор компании «Вектор».
Да, скорее всего. Да-да-да. Подойди, поговори. А, новороссийский, извиняюсь. Приветствую, рад познакомиться. Реклама, реклама. Где мы? Оп, директор компании «Вектор». Ну давай пару слов. Смотрите спидвей, смотрите гонки, радуйтесь, веселитесь, зима, это круто. Да, здорово. Все. Вот это экономность, ребята. Можно приветы передать? Ребята, удачи. Отлично. Да. Вот так всегда. Чем ближе к концу гонка, тем меньше народу стоит. Куда-то тут такая толпа была сначала, потом все, просто отрезало и никого. Греются. Но мы не из таких, мы не мерзнем. Сейчас зацените. Так, камера левая, левая, левая. Вот. Это жена. В прямом эфире жену показываю. Ты женатый? Да. Блин, я-то думала. Ой-ой-ой, жена увидит, ругаться будет. Ужас. Ужас. Это вот не так-то просто. Задумайтесь. О женитьбе. Потом в прямом эфире покажут. У нас телефон сошел с ума. Нас Влад фоткал. Это наш флаг там. Да, у нас где-то, кстати, флаг, он надо стоял, говорит, на вираже махал. А все греться ушли, скорее всего. Блин, да, у меня это, режим включился, я не знаю, как выключить. Давай. Может, не селфи, попросим сфоткать. А, ну все. Можно в прямом эфире что-нибудь сказать? Сейчас, секунду. Вот, болельщик, можно сказать, привет и передать. Вообще все огонь. Вы это круто. Всегда все ходите и смотрите. В любом случае, а мороз, вот не мороз. Те, кто дома сидят и по телевизору только смотрят. Это ерунда все, надо смотреть вживую. Чувствовать запах метанолового. Да. Это вся энергетика, она передается. И это на самом деле здорово. Да. За это кого круто. Болеешь? Я, конечно, за Каменск-Уральский. Но Красников Николай, он тоже молодец. Да, все молодцы, кто выехал. Да. Все правильно. Все. Последняя серия. Ну, интересная гонка. Молодцы ребята, все бьются до последнего. Какой? Может, настройки мотоцикла еще не готовы. Все-таки главная цель — это не первый выиграть суперлигу этапа. Нет, ну, цель-то, конечно, личная. Но цель другая. Ну, это технический вид спорта. Йони, хаваю. Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Директор трековой комиссии ФИМ приехал как болельщик. My new friend from Шатринск. Yeah. Евгений. Yeah. Всем привет. Всех с начала сезона. Все классно происходит. Но у Фапа как всех берет.
мы постараемся. Что это? Что это? Эту штуку мне подарили финские друзья. Йони? Я их сейчас шашлыками накормил. Но дубку ему тоже купил. Все, все довольны. Все вообще классно. Офигенно. Всем привет. Чай, да, есть. Пойдем. Все молодцы. Надо это предложить. Вот он главный, глафота, и Ванька бежит. Серега, где пошли? О, Ваня, получил. Ты тоже тут, что ли? Здорово. Здорово, Ваня. Ванька, пойдем со мной. Пошли. Давай, где ты пропал? Что ты делал? Я до той трибуны доходился. Что я делал? Это, блин. Как ты это отмечаешь? Очень все хорошо. Все хорошо у тебя? Домой когда? Спартак вперед. Ну домой мы сегодня поедем, завтра тоже приедем. Как тебе заезды? Вообще супер гуд. Огонь? Огонь. Гонка огонь. Да. Всем болельщикам Мотогонок на льду передаю огромный привет. Да. Все, кто меня знает, всем огромный привет. А скажи, вот смотри, кто-то смотрит сейчас дома на диване, сидит такой в Каменске, и говорит, не хочу, холодно. Что ты таким людям хочешь сказать? Ну, в цензурной версии. Мы знаем твою способность. Ну, это тогда так, пусть они дома мысль. И сидят, и не ходят никуда. Да. Вот и все. Да, ну вот, вот скромненько. Роман Морозов тебе привет передает. Ему тоже, Роман, привет, компания. Удачи. Давайте. Ты за кого болеешь? Конечно, за Шадрин. И как тебе? Ну, пока что. Не Монкал, таков чемпион. Больше что сказать. Ну, Цорн, смотри, как поборолся. Цорн тоже, да, пару стартов взял. Но... Привез, молодец. Да. Три уже привез. А, нет. А... Три, одно и два. Да, да, три да. Очка уже привез. Фрэнки. Ну, неплохо для австрийцев. Наши молодые. Ну, не вывозят ход. Могли бы получше. Тут асы ездят ледового спидвея. Тут этим все сказано. Тренировка одно, а гонка другое. Вот и все. Конечно. Главное правильно настроиться. Да, да, да. Хорошо. Ну все, очка. Всем удачи, Маши, всем спасибо. Впереди нас ожидает еще две серии заездов. Ближайшая серия пройдет по классической схеме, а заключительная серия будет проходить да. По схеме заработанных очков каждого. А, 5 серий все-таки будет. Я-то думал 4. Это серии поедут. Лучше. Ну короче, по возрастающей. Ну понял, да-да-да. Что? Там что-то это переводить надо. Йони? Ты за рулем? Я уже не за рулем. А, так иди там. Чай? Спешл? Спешл чай. Спешл чай. Горячий, не обожгись. Спешл чай есть? Здесь, здесь, Серега. Там. Чуть-чуть. Не, просто это как в европейской системе получается на чемпионате Европы. 4 серии заездов. И потом у кого меньше всего очков, 4-й заезд. Потом у кого чуть побольше, 3-й. Ну и так по нарастающей. Ванька, тебе стыдно комментаторов слушать? Ты должен так-то сам уже все комментировать, кричать. Тебя вокруг должны слушать. Ванька, Йони, председатель трековой комиссии. Им. Когда я стану кушать, мама, мама,
Все, зеленый флаг. Будут выезжать спортсмены сейчас. Сейчас поеду. Сейчас поеду, да? Ваня Чичков, да. Пока ничего не понимает, но стартанул плохо. Но поборолся и привез 3 очка для Уфы. Уже орет, давай. Взаимно. Еще прорывали в закрытый парк, да. Тебе чаю может налить? Нет, пока. По команде познакомились. Ну и что вы ночевать где будете? Он сказал, что можно хоть до утра сидеть, если что, мы с утра и уйдем. И считай, проблема с квартирой решилась. Туалет есть, умыться есть. 13-й заезд, в нем примут участие. Смотрим. О, я немножко... Представитель Каменского-Уральского Василий Несытый. Василий Несытый. Синий начальник и представитель города Шаренко. Я куда-нибудь просочусь. Сейчас я приеду. Че? По четвертой дорожке села последний представитель города Уфы Николай Красников. Красников. Красников, ЦОРН. Василий Несытых и Толокнов. White Helmet, Николай Красников. Red Helmet, Василий Несытых. Blue Helmet, Фрэнки ЦОРН. And Yellow, Никита Толокнов. Фрэнки ЦОРН первый со старта. Никита Толокнов второй. Третий Николай Красников. Вася пока четвертый. Красников. Технический сход у Красникова. Тюки зацепил. Тюки. Николай Красников зацепил тюк. А, ЦОРН зацепил тюк. На тюк. На ЦОРНа намотало тюк. На него налетело, похоже, от Красникова. А пока судьи максимально быстро приводят мягкое движение трека в порядок. Марио! Привет! Марио, не куда. Судьи на дистанции, сжатые строки, приведите в порядок мягкое ограждение трека. Катагонщики, да-да. Что он скажет, Сергей едет лучше и лучше. Да, но старт он стабильно выигрывает. Уже второй раз. Заедет Сергей, было бы. Давай, вообще давай. То самое. Фрэнки из Allright. О, Марио. Марио! Зовут Марио или он похож на Марио? Нет, его зовут Марио. Марио Бергер. Да, непонятно было, кто как. У Красникова на ножке было. А ЦОРН впереди Красникова шел. Но похоже, все-таки Красников зацепил тюк. Да, Коля, похоже, тюк зацепил, и на ЦОРНа прилетело. Ждем. Надо уже... Ну, да. Все хорошо, только у меня уже... Чай с чаем пить. Да. Чай с кофе мешать. Все-таки это просто. Ёршиком. Никто не остается, я чё-то... А тебе-то что, остальные-то? Тебя завтра заберут? Моя машина, я в автоверию. А ты машину здесь оставь. Ванька, ты уже не за рулем. Как добраться? Так скромно говорит, это же моя машина. Так ты все равно уже не за рулем. Ну, блин. Ну, блядь, я им тоже не... Ну, мы водители наняли, им руль дали. Ну ты скажешь, завтра заскакивай сюда обратно. Заберешь? У тебя билет. Жена-то вообще не знает, что я на машине забыл. Или нет, я там. Она смотрит наш эфир. Наверное. Нет, точно нет. Это 100%. Она вообще далека от этого.
но потом... Кто со скандалами так-то уехал? Это самое, что это самое. Вот она, тяжелая жизнь простого болельщика. Да-да-да. Вот такая... Yes? Вообще жена... А? Фотографи. Фото. 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 Там ты Геза. Пойдемте все. Фотогруппа. Very good. Спасибо. No problem. And what you say in you know in Sweden this is Köln, in Germany Prost, and in Finland Kippis. Okay. But if you go to Holland, Netherlands, yeah? Never say Kippis in restaurant. Because Kip. Красников не допускает. Is chicken. Ah. And peace is peace. Yes. Chicken peace. Николай Красников снят с заезда. Василий Несытых. Ну, в принципе, это... По второй дорожке синие нашивники. Франк Цорн, представитель города Шарль. Франки Цорн. И по первой дорожке представитель команды Мегалада города Тольятти Никита Толокнов. Толокнов. Николай Красников, дисквалификейшн. Итак, Тольятти, Толокнов, Шарль. Красников дисквалификейшн. Вася Несытых, Фрэнки Цорн, Толокнов Никита. Красников дисквалификация. Старт. Цорн, который раз выигрывает старт. Фрэнки, Цорн на первой позиции. Никита Толокнов пока что второй. Колесо в колесо идут. Фрэнки, Цорн пока что по-прежнему первый. Толокнов на прямой будет накатывать на Фрэнки. Фрэнки закрывает. Наружная линия трека. Пока что по-прежнему Фрэнки Цорн первый. Подбросила Фрэнки. Этим воспользовался Толокнов. Выходит на первую позицию. Вася Несытых влетел просто в вираж по внешке. На бешеной скорости. Василий Несытых включился в борьбу. Он выходит на внешку. Один, пока спортсмены борются внутри. Последний вираж. И смотрим. Ох! Василий Несытых, Толокнов, Никита, 3 очка, Вася Несытых, 2 очка, Фрэнки Цорн, 1 очко, 3 points, Никита Толокнов, 2 points, Василий Несытых, 1 points, Фрэнки Цорн. Ну, Вася молодец, он там вообще ручку газа не закрыл. Вася как влетел там, так и летел на полном этом. По первой дорожке в красном нашивнике представитель Каменского уральского Дмитрий Хамицевич. Дмитрий Хамицевич, Red Helmet. В синем нашивнике по четвертой дорожке Рустам Акумбаев, представитель города. Рустам Акумбаев, Blue Helmet. По третьей дорожке в белом нашивнике Никита Богданов. Никита Богданов, White Helmet. И желтый нашивник, вторая стартовая дорожка, Игорь Сайдулин, город Тольятти. Игорь Сайдулин, Тольятти. Небольшие изменения в составе участников 14-го заезда. За команду города Уфы выступает запасной спортсмен Чичков. Иван Чичков в белом нашивнике по третьей дороге. Иван Чичков in Уфа. And this hit. Сейчас Чичкову практику дадут, я говорю, поедет Ваня на чемпионат мира. Ждем. Линию восстанавливают синие судьи. На входе в первый вираж. А, они смотрят синюю линию, что ли там? Синьку смотрят с предыдущего заезда, поэтому что-то может быть не так. They see blue line. I think. Jagman. Last hits. Не, я не смотрю фотки, это самое. Их же нету. Видите, только мужики с полками делают.
Не, ну там-то мужики с палками, а там, видишь, что-то смотрит судья вон. Твой. Там судья стоит. Угу. Ждем, смотрим Сеньку. Кто мог заехать за Сеньку? Пока судьи на дистанции готовят внутреннюю все, линию трека. Показывает, что все хорошо. Итак, 14-й заезд. 14-й заезд. Красный наш шлемник Дмитрий Хамицевич, город Каменск-Уральский. Синий наш шлемник Рустам Акубаев, город Шадрин. Белый наш шлемник, запасной спортсмен Иван Сичков, город Уфа. Иван Сичков. Желтый наш шлемник. Yes. Представитель Мегалады Игорь Сайдулин. Very strong riders. Хамицевич, Сайдулин, старший, Чичков и Акумбаев. Старт уверенно выигрывает Дмитрий Хамицевич, но Иван Чичков. О, Игорь Сайдулин накатывает на Хамицевича. Ох, подбрасывает Игоря Сайдулина. Он удерживается. Пока что без изменений. Сайдулин второй. Чичков третий. Хамицевич пока что первый. Уверенно, уверенно первый. Замыкает заезд Рустам Акумбаев. Иван Чичков пытается. Борьба. Чичков включается в борьбу. Последний круг. Ох, Сайдулина подбросил, этим воспользовался Чичков. Чичков на второй позиции. Последний вираж. Дмитрий закрывается. Все правильно. 3 очка. Хамицевич, 2 очка. Чичков, 1 очко. Сайдулин. И Шадринск. Безрезультатно. Три points, Дмитрий Хамицевич, 2 points, Иван Чичков, 1 point, Игорь Сайдулин, 0, Рустам Акумбаев. По первой дорожке белого наследника Никита Шадрин, представитель города Уфа. Никита Шадрин. Игорь Кононов, представитель команды Мегалада, в желтом наследнике подойдет стартовой дорожке. Игорь Кононов, Никита Шадрин, Мартин Хара Хилтонен и Герман Ханмурзин. А вместо Германа выезжает Дмитрий Колтаков. Или нет? Да, Колтаков. Колтаков выезжает. Выезжает запасной спортсмен. Здесь есть чемпион мира Дмитрий Сейфити. Колтаков. Спортсмен Дмитрий Колтаков. Игорь Кононов, итак, Колтаков, Красный, Никита Шадрин и Мартин Харахилтонен. Синий наш лепник. Мартин. Ой, прошу прощения. Мартин Харахилтонен. Красный наш лепник, город Каменск-Уральский. Red helmet Мартин Харахилтонен, Blue helmet Дмитрий Колтаков, Yellow helmet Игорь Кононов, White helmet Никита Шадрин. Игорь Кононов, город Тольятти. Белый наследник Никита Шадрин, город Уфа. Шадрин, Харахилтонен, Кононов и Колтаков. Старт! Старт выиграет Дмитрий Колтаков. Уверенно со старта ушел. Мартин Харахилтонен второй. Третий Игорь Кононов. Никита Шадрин пока четвертый. Вы посмотрите, Мартин накатывает на Колтакова. Мартин. Ну как-то пока подрастянулись. Но все может... Пока заезд проходит без изменений. Игорь Кононов пытается накатить на Мартина. Отрывается действующий чемпион мира от соперника Дмитрий Колтаков. Дмитрий Колтаков уверенно первый. Борьба за вторую позицию.
Игорь Кононов накатывает, накатывает на Хорохилтонина. Хорохилтонин закрывается. Последний вираж. Смотрим, Игорь выходит на внешку. Хорохилтонин закрывает. Смотри, какая борьба! Нет, все-таки Игорь Кононов. Да, до последнего Игорь поборолся и привез 2 очка. Дмитрий Колтаков, 3 points, 2 points, Игорь Кононов, 1 point, Мартин Хорохилтонен, this was really, don't plug. And Никита Шадрин, 0 point. Ша? Команду Каменского Уральска в частном наследнике по первой дорожке будет представлять Евгений Шаров. В синем наследнике представляет команду города Шадринска по третьей стартовой дорожке Константин Коленкин. По четвертой дорожке в белом наследнике Динар Валеев, город Уфа. Константин Коленкин, Динар Валеев. По дорожке представитель команды Мегалада Евгений Сайдулин. Евгений Сайдулин. Чуть-чуть не повезло Мартину. В последнем вираже чуть-чуть сорвало колесо. И Игорь Кононов профессионально этим воспользовался. Раз не видела, значит не считается. Все, все правильно. Эдуард Крысов на данный момент не выступает. Он на тренировке находится. Я повторю вам результаты. В городе Слободской. Завтра у них будет контрольное соревнование по итогам тренировочных сборов. Поэтому Слободской, кто хочет завтра на гонку, пожалуйста. Дмитрий Колтаков, встречка. Итак, мы встречаем 16-й заезд. Каменск-Уральский будет представлять стартовый номер 1 Евгений Шаров. Евгений Шаров. Синий наследник, третья дорожка. Представитель города Шаров. Динар Валеев. Команду Башкортостан города Уфа представляет белый наследник Динар Валеев. Но Ярославль не выступает сегодня. Четвертой дорожке. Динар Валеев, White Helmet, Кала. Blue Helmet, Константин Коленкин. Yellow, Даниил Иванов. Red Helmet, Евгений Шаров. Шаров, Иванов. Yes, Коленкин. И Валеев. Старт. Даня Иванов уверенно старт выиграл, но все так плотненько, плотненько. Смотрим. Борьба. Данил Иванов. Первый. Динар Валеев. Второй. Падение. Константин Коленкин. Константин Коленкин. Падение. Константин Коленкин. Мы сейчас будем с вами наблюдать перезаезд данного 16-го заезда. Со спортсменами все в порядке. Спортсмен из All Good. Ну он не тут был. Константин Коленкин Фолин. This is our friend, механик Дмитрий Брюховских. Димон, давай, давай! Димон! Костя Коленкин, молодец! Почему дядя на санках? Но все равно подбросила Константина. Хорошо подбросила. Не надо было. Но пытается. И Ярославль не слышали, а ЦСКА там есть, поэтому. Народа много. Вау! Обычно он едет все равно на
О! Так, на старт приглашается у нас три спортсмена. Сиренка сработала. Рестарт. Визаут Константин Коленкин. Данил Иванов, Yellow Helmet. Динар Валеев, White Helmet. И Евгений Шаров, Red Helmet. Динар Валеев, представитель команды Башкортостан, город Уфа. И что, в финальной части получается, все-таки Вася поедет в первом. Сейчас как он проедет, да, так и это решится все по сути. Сейчас поеду. Нет, не чистка льда. Падение Кости Коленкина восстанавливают. Ну все, восстановили, запускают мотоцикл, сейчас будет старт. Потом, да, чистка льда, и потом уже будет по европейской, ну, как чемпионата Европы. Евгений Шаров, представитель Каменского района, красный наш. Ваня, да, молодец. Он до перерыва очень хорошо смотрелся. Травма. Данил Иванов, город Тольятти, команда Мегалада. И по четвертой дорожке делом наследники Динар Валеев, команда Башкортостан, город Уфа. Динар Валеев, Евгений Шаров, Данил Иванов. Шаров, Иванов, Валеев. Борьба идет упорная, но без шадринской команды. К сожалению. Да, шадринская команда выпадает. Да, конечно, можно, запись останется. Я думаю, А3 Медиа тоже будет запись. Смотрим старт. Поехали. Данил Иванов выигрывает старт. Динар Валеев попытался зацепиться, не получилось. На второй позиции Евгений Шаров. Женя Шаров накатывает на Валеева. Ох, как плотно. Плотно. Женя Шаров на выходе из виража. Колесо в колесо, как подбросило. Шарова удержался. Пока что Динар Валеев на второй позиции по-прежнему. Накатывает на Даню Иванова. Даня Иванова подбросила, ну и Валеева подбросила. Идет уже разбит. Последний круг, смотрим. Ох ты! Динар Валеев обходит Иванова. Последний вираж, смотрим. Динар Валеев, Иванов, Шаров. Динар Валеев, 3 points, 2 points, Данил Иванов, 1 points, Евгений Шаров, Константин Коленкин, Полин. Подготовка дорожки, я снова хочу вам напомнить. Чистка льда, айс клинен. Давай. Смена караула. Пока сидишь, Уфа, линии, красавцы! Идет подсчет очков по четырем сериям. Я хочу вам напомнить, что заключительная серия заездов будет девочки по петь. Принципу. А мы плясать. Спортсмен, набравший в команде наименьшее количество очков, будет выступать в 17-м заезде. И, соответственно, спортсмен, который набрал наибольшее количество очков, он будет выступать в 20-м заезде. Да, Динар красиво будет проехал. Подсчет, примут решение. Я вам сообщу. Чистить будут. Уже к концу чистки льда. Там один был пустой, один нет. Для вас снова выступает народный коллектив ансамбля русской песни «Сувенир» из Дворца культуры «Металлург». Он едет, видишь? Я хочу. Да. Спасибо. Меня кормят. И чай будет круто. Ну я прям вообще... Вообще. Греться пойдешь? Давай. Сейчас, Ваня, я поверну, подожди. Ой. Стой. Зарёт это. Говори. По моим расчетам, перед последней серией заездов по 29 очков делят Башкортостан и Мегалада. 25 у Каменска и 13 у Шадринска. Все, спасибо, глашатый главный. Сейчас я переверну. В парк, да, пойдем. Ура,
правильно, неправильно. Я не ходил в туалет. Вот туда заходи. Да зачем? Там теплый есть. Конечно, ты что? Тольятти 29, Каменск 28, Уфа 27, Шадринск 12. Спасибо, Александр Коршунов. Маши рукой, ты в прямом эфире. Маши рукой. Придете дома в записи и посмотрите на себя в Ютубе. Шоколада нету уже, все. О, Ольга, Анька. Пресса. Я-то чай пью. Я там постоял, Мишка сам комментирует. Миша интересно комментирует, все равно так бы. Молодец. А там народ и слушает его. Народ допытался, он говорит, в Свердловской области не комментирует. Кадринский брод. А, у Семена Пиле это кто мне говорил? Я у него брала интервью. Народ идет, Мишка, ты что? Так он интересно комментирует, он хоть не молчит. Конечно. Это всех перепутал, блин. Там колбаса. Кормузина выговорить не может. Что за комментатор такой? Кормуз. Еще не вечер, и Димон разъездится. Дай мне тоже колбасы. Хлеба не хочу. Все, один хлеб. Не-не-не. Когда нас в полянах ждать, ну как позовете, так приедем. Каменский, Уфа, 27. А Тольятти 29. Ну, а почему у всех по-разному? С прошлого года ждете. Ну, доедем, наверное. В следующие выходные в Шадринске будем комментировать. Напишите еще раз, пожалуйста, очки. Сейчас напишу. У всех по-разному почему-то Александр Коршунов, ну, написал, что у одних так написано, у других так. Поэтому фиг знает. Комментатор нам не говорит. Это что, 37 смотрят? 38? Да. А. У мужиков спросите. Мужики рядом стоят. А ну видишь, это только кто подписан. А смотреть могут теперь тысячи. Согревайте. Чай. Охлажденная. Давайте я вас согрею. У меня теплое. Комната температуры. Я суревел сейчас. У меня лицо замороженное, блин. Как у него есть? Прохладный. Давай пить мою. Там еще одна рюмка. Двадцать семь у Уфы и у Каменска. А мне тут подарочку дадим. 100 рублей. Вот так, да? Что там? Можно у вас, да? Что? Можно, да, у вас? Нет. Писи давно нету, 515. Мне кажется, YouTube общее количество зрителей показывает. Нет, это кто только подписан, а так-то там показывается еще, кто не зарегистрирован. По-другому, Ром. Не-не, вот туда. У нас, видишь, шкафчик. Барная стойка.
вот это всем налила сам. Нет, это не Горностаев, это человек за кадром с голосом. Тебе привет, человеку за кадром. Всем тоже привет. Тебя не видно, можешь говорить. Как Дек. Настроение? Да отлично все, конечно, атмосферное. Все классно, все круто, гонка на высшем уровне. Просто открытие сезона, это радует. Мы тебе не показали. Тебе сегодня не на работу? Хорошо. А вы что тут плачете? Да мы же это спеем. Ну, наверное, ночевать тут останемся. Хорошо. Квартиру найдем, где-нибудь снимем. Он очень известен, его нельзя показывать, да. Все, Эдуард, правильно. Антон, как чай? Антон погреться ушел, его нету рядышком пока. Ванька Чичков молодец. Да, Рома. Скажи, что с кем плакаты дают? Со всеми. Кто со всеми? С Илой Фомицевичем, с Васеницей, с Оксаном Мурзиным. Да. Рустам, пойдем в парк после гонок обязательно. Давай по цене одного. Мы подумаем. Я себя уронила. Я так замерзну думать-то. Давай выпьем. Блин, ёшкин кот. Давай до Шаленска потом не доеду. Два по цене одного-то. Два по цене одного-то, да? Я так-то хотел пиво вечером попить. Я так думаю, что уже... Оставайся тут. А? Тут целый магазин, пивная. Папина лавка называется. Клёвый магазин. Вкусное пиво. Ладно, в следующий раз вот. Когда там? Инвалид. Ты сейчас копий переверну камеру на вас, прикинь. А? Нельзя. Так я знаю, что тебе нельзя. Да, Рустам, мы постараемся, конечно, после гонок зайти в закрытый парк, показать вам, ну, гонщиков всех. В планах есть. Ну так что, мы два под снизой договорились, да? Да. 200 да. рублей, но. Да? 200 рублей, но. Я как бы не против. Вам тусу выпросили, вам просто денег надавали. У нас даже никто ни этого плаката не добрал. Все деньги только дают. Тем более хорошо. Два по цене одного. Потом говорят, отдадут. Ой, заберут плакаты. Ну ладно. Как бы. Я вот Кольке Хомицевич в Станинке хотела подойти. Ладно, попросить. Они там я стоят. Знаю. Они всегда там стоят. Не забудьте три НДФЛ потом подать. Да. Вот. Так, дорогие друзья, я тебя поняла. 13 очков у команды Торпедо города Саня. Антон отошел, потому что погреться. Он же без варежек, без всего стоял, поэтому его и не слышно. Сейчас подойдет. 27 очков и 29 очков. У лидирующей команды Мегалада, город Тольятти. Мегалада 29. Ну Харихултон это, да, у нас. Чуть-чуть ему не хватило. Че, с кем тебе надо? Два. Один. Менее востребованный. Один-то Зимка, один-то менее востребованный. В сторону, блин. После заключительной серии заездов состоится церемония награждения. Каждый день соревнования – это отдельный этап по регламенту. Так что, дорогие друзья, не расходитесь. Подходите, автограф взять. Подходите. Ценник уже вырастет этого плаката. У него есть все. Догадывайся. У меня, представляешь, у меня гараж. У меня вот гараж.
Он у меня клеен всякими разными плакатами. Плакаты еще там... А, знаю, я тебе подарок за это сделаю. Плакаты у меня. Ты что, нет? У меня все эти брошюрки, проходки, у меня все висят в гараже. Я тебе что, я говорю, у меня... Так хочешь хорошо, еще архив. Бобина или Несытых? И Бобина, и Несытых хочу. Давай, я тебе подарю. На. А сейчас тебе еще этого, еще один подарок за это дам. Нет, его нету. Не, немцы есть. Да, скрепки, да есть, нет. У меня есть резиночка только. Резиночка. На тебе еще. Ханса Вебера. Ханса Вебера, это само собой. Я понимаю, вы-то все тут в шапках ходите, там Ханс Вебер. У меня шарф Ханс Вебер. Пуховики, там нет, не пуховики, да. Футболки. Вся символика, есть. Вся символика. Есть полностью все. Есть два вида футболок, одна вида толстовки, кепка, я говорю, шапка, укомплектован, шарф, укомплектован. Куртка. Обуви нету. А, это, две сумки есть с ним, то есть, да. Мне его хоть одну футболку дали, я же ему цену. До машины доносил. Хорошо, я тебе подарю. Надо резиночку, нет? Да. Мне сойдет тоже, как Полягина на практике. А такой большой нету размера. Культурно свернуть и резинкой. Может, чуть поменьше. Он некрасиво будет потом развернутый. Вот это? Да. Вы тоже, говорится, как с ним 100 рублей быть-то? Взяли, говорится. Я в гараже, то у меня в коллекцию. Да. Надо пакеты уже сразу. Ногами по флагу пакет, ребенку можно. Нет, вот пакеты мы с собой не взяли. Да, да, пакеты... Не подготовились, это... Татьяна. Подготовились, я резиночки взяла для денег. Какой вы хотите сувенир? Договорить с пакетами. Правильно, правильно, молодцы. Антоха на интервью переводит, может быть, его сегодня телевидение постоянно ловит, поэтому. Да, я так. Антон где-то там дает это, интервью, а его вечно ловят, поэтому это нормально. Не, он Антоха молодец, Таня, Татьяна, Антоха, вы вообще молодцы. Я передаю им большой-большой привет, хотя я тут за кадром, да, человек стою. Да, ты за кадром, голос. Они молодцы, они каждый год, испокон веков. Сколько вот я их знаю, а сколько я вас знаю? Года три. Года три. Да, да, да. Года три я знаю. Они молодцы. Они продвигают ледовые спидвей просто на высшем уровне. На высшем уровне, реально. Они ездят по всем городам. Вот вы были в Тольятти, везде. Я желаю, чтобы вы съездили в Луховицы обязательно. В Вятские Поляны, чтобы съездили обязательно. Там сейчас есть у вас... Я хочу Винцель. Не, Винцель-то это само собой, чемпионат мира, это не обсуждается. Но у нас есть такие же города, представляешь, которые... Там миллион наших также русских болельщиков. Ну да. Чтобы вы ездили, гоняли, и это просто... Мы уже в Алма-Ату купили билеты на самолет, полетим. Да, мы уже все купили. Да. Хорошо, вы выездные. 2 февраля, по-моему. Блин. Мы выездные, а голос за кадром не выездной. Алма-Ату можно с русским паспортом. Он же это самое. Его из этого... Не-не-не, его сразу же из самолета высадят. Мы летели с таким. Почему? Ему нельзя. Казахстан-то, в принципе, Сергей, этого. Если я дома в отпуске сплю, меня на работу выдергивают в любое время. Ну что это? Вот. Ладно, все, спасибо большое. Давай, пока-пока. Да, завтра. Вообще-то не уже едем. Ну, по-глубокой заграницы нельзя ездить, а хотя тут же это. Потому что Россия, Союза и прочее. Да фиг его знает. Камянского райского. Чай? Представитель города Сарлинка. И как такое? В белом на шлемнике. Тебя уже потеряли, говорят, ты там переводчиком был? Да, я только что в прямом эфире у конкурентов работал. У конкурентов переводчиком работал? Команда Мегалада. За кофе, за еду. За еду. Они приехали? Да. Или у кого-то? Сейчас, кто приехал? Ну, в онлайне. Рим ТВ. А мы тут, блин, в другом канале. Команда Мегалада, замена происходит. Так, Дмитрий Хамицевич, Red Helmet. Данил Иванов, Yellow Helmet. Дмитрий Колтаков. Вот почти заезд мечты! Богданов! Или Красников! Или Чичков! Нет, 11 номер! Наверное, Богданов! У кого меньше всего очков в команде? У Колтакова и у Хамицевича меньше очков.
Не знаю. Старт. Со старта Даня Иванов вышел первый, Колтаков второй, Никита Богданов накатывает. Находится на лидирующей позиции Дмитрий Колтаков на второй. Очень плотно. Данил Иванов, Дмитрий Колтаков выходит на первую позицию. Данил Иванов второй. Представитель команды города. Богданов пока третий, Хамисеев четвертый. Дмитрий, что-то не то с мотоциклом похоже. Как-то он не может на прямой. Но... Так, итак, пока Колтаков первый. Борьба за второе, третье место. Между Богданом и Ивановым. Дмитрий Колтаков лидирует, Данил Иванов второй, Никита Богданов. Встречаем финиш. Колтаков, Иванов, Богданов, Хамицевич. Ну что-то у Димы, похоже, проблемы с мотиком, потому что как-то он не едет. Три поинтс. Дмитрий Колтаков. Ту поинтс. Данил Иванов. One поинтс. Никита Богданов. And zero поинтс. Дмитрий Фомицевич. Второй в красном наследнике. Константин Никита Шадрин. Yes. От команды города. Он желает тебе удачи. Happy New Year. Нового года счастливого. Но возможно замены, потому что хочет встретиться с Шадринским на чемпионате мира. Гонщики имеют право выступать. Говори, я переведу. И они не все свои попытки выйти на трек еще использовали. В общем, по-русски я говорю. Мы собираемся к вам приехать. Шадрин. He is family going to Шадрин. Окей. Да. Но мы поедем за водой, за Обуховской сначала. Обуховская вода. И на чем станки говен на Обуховская вода? Это вот из это. Реклама. Потом приедем. And after they going на. Yes. Спасибо. Thank you. Of course. Иван Чичков. Константин Коленкин. Игорь Сайдулин. И Евгений Шаров, все правильно вроде бы. Смотрим. Старт. Со старта Евгений Шаров. Нет. Евгений Шаров пропускает двоих спортсменов. Представитель команды Тольятти. Города Тольятти. Плотно, плотно, плотно. Спортсмены выходят. Ох, как плотно все проехали. Сейчас первый Игорь Сайдулин. Борьба за первую позицию. Все еще все спортсмены. Колесо в колесо идут. Евгений Шаров уже на первую позицию. Игорь Сайдулин второй. О, падение! Нет! Да, падение! Ваня Чичков. Перезаезд. Ваня Чичков, но устает. Нет, не может вылезти из-за мотоцикла. Да, перезаезд будет. Не успели они уехать на последний круг. Команду Шадринска представляет Константин Коленкин. Не, ну Никита Богданов, ой, Шадрин падал. Никита Шадрин, здесь сказал, у него вставал. Команду Тольятти будет представлять вновь Игорь Сайдулин. Фолин и Иван Чичков. Рестат визаут Иван Чичков. Но они чуть-чуть не успели пересечь, если бы они уехали на последний круг. Ну хотя он там лежал, это помеху создавал, наверное, все-таки бы это. Перезарез так бы и так бы устроили. Ну, неизвестно. Местный? Честный или это самое? Мы тоже такую штуку купим в следующем году. Да? Кстати, вон опять. Наверное. Дрон в следующем году. Не смертельно дорогие. Но они, которые не смертельно дорогие, они это летают не сильно дорого. Летите, есть спортсмены. Yes.
in this race, yes, I have seen more overtaking than in the whole World Championship round. Yeah. In the whole GPs. You must see individual final of Russian Championship. Yeah. This is more stronger than this race. Yeah. And that will be in the final, will be in Tokyo. Two stage. Two first stage. In Тольятти, second in Каменск-Уральский. Okay. Иванин, все в порядке стал. Но, говорит, это, говорит, сильнейшее соревнование, говорит, чем все этапы чемпионата мира. Говорит, я здесь увидел больше, чем на всем этапе, на всех этапах чемпионата мира. Ну да. Представитель Каменского Уральского в красном нашлемнике, стартовый номер 1, Костя Коленкин. Blue helmet, yellow helmet, Игорь Сайдулин, and red helmet, Василий Несутов. Пойми их всех. А, нет, Евгений Шаров. Евгений Шаров. Red helmet, Евгений Шаров. Blue helmet, Константин Коленкин. Yellow helmet, Игорь Сайдулин. Старт. Константин Коленкин, Игорь Сайдулин плотненько вышли. Сайдулин выходит на первую позицию. Но пока плотно, плотно, плотно идут спортсмены. Ох, как плотно! Плотно Сайдулин. Константин Коленкин по внешке наяривает. Есть все шансы побороться. Женя Шаров подбрасывает, лед изрядно выбит. Костя Коленкин всех спортсменов подбрасывает. Ушли на последний круг. Смотрим. Ну, наверное, спортсмены будут уже доезжать. И мы принимаем финиш. И финиш. Игорь Сайдулин, Евгений Шаров, Константин Коленкин. Команда города Шадринска. Вот кто-нибудь здесь. Торпеда, да. Так, мы ожидаем 19-й заезд, в котором планируется... 3 points. По первой дорожке... Игорь Сайдулин. 2 points, Евгений Шаров. 1 points, Константин Коленкин. По второй дорожке, в синем нашлемнике, представитель Шадринска Герман Ханмурзин. По четвертой дорожке, в белом нашлемнике, представитель... Команды Башкортостан, город Уфалинар, Валеев. И по третьей дороге, в желтом Никита Толокнов, город Тольятти. Роботы, вот, роботы, нас захватывают, роботы. Шукс, мы вернулись в исходную позицию. Что это, в каком ухе у меня жужжит? Я в левом. В левом или в правом? В обоих ухах. Мартин Харахил, Дмитрий Колтаков, Мартин Харахилтонин, Даниил Иванов и Николай Красников, наверное. Ну, Ханмурзин запасной, видишь, выехал. А если это Красников, то с Колтаковым? Красников все-таки или это Чичков? А, Валеев. И Дмитрий Колтаков. Нет, это Динарик. Представляет команду. Да. Динар Валеев. Уфа. Даниил Иванов. Мартин Харахилтонин и Дмитрий Колтаков. Супер хит. По третьей дорожке представитель города Тольятти Даниил Иванов. И по четвертой дорожке в белом наследнике Динар Валеев. Динар Валеев, Даниил Иванов, Дмитрий Колтаков, Мартин Харахилтонин. Харахилтонин, Колтаков, Иванов и Валеев. Серьезный заезд, мы ожидаем. Лайкать World Championship. Старт. Старт выигрывает Колтаков. Харахилтонин тем временем второй. Харахилтонин накатывает на Колтакова. О, Иванова Даня подбросила. А?
на Данила Иванова. Борьба, борьба. Даня Иванова подбросила пока. Пока у нас завис телефон, не справился с нагрузкой. Видимо, замерзает. Колтаков первый, Хорошилкин второй. Даня Иванов первый. Так, Валеев, Валеев накатывает на Карахилтонина. Подбрасывает Карахилтонина, Валеев выходит на вторую позицию. Колтаков первый, Валеев пока что второй. Финиш. Ох, Мартина подбросила. Ох, Мартина в последнем вираже опять подбросила. Опять, опять не повезло Мартину. Дмитрий Колтаков, 3 points. Динар Валеев, 2 points. Данил Иванов, 1 points. 0 points, Мартин Карахилтонин. Данил Иванов, команда города Тольятти, Мегалада. Дмитрий Колтаков. Now, last hit. В нем планирует принять участие. Он ехал. Данис Куральский, представитель этого серии, не сутит. Он чуть... Да кого что он не держался? Да, Иванов одно очко привез. Синий нашлемник Франк Сорн. Франк Сорн. Белый нашлемник Николай Красников. Город Уфа. Где ошибка? Иванов одно очко привез. И желтый нашлемник Игорь Кононов, город Тольятти. Карахилтонин, ноль. Возможные замены. Ждем выезда спортсмена. Валеев, 2. Колтаков 3. Где-то опять жужжит. Тем временем главный судья соревнований Владислав Викторович Галаченко. Да, ну ладно. Двигается в сторону. Синюю линию пошли смотреть. Одного из ледовых виражей, чтобы посмотреть возможные нарушения в виде пересечения внутренней линии трека. Так что небольшая заминка. Решение судейское должно быть честным и непредвзятым. Необходимо все проверить и уточнить. Проверьте-ка, уточните-ка. Все. Что там это кричал? А там зазывало, он один ходит. В смысле? Ну вон один ходит, народ кричит. Судьям кричат. Так это народ кричит, сейчас судьи как скажут, так и будет. Ну если не снимут Валеева, то народ выйдет на трек и приходит движение. Вон. Ждем решения. Джагманс и Блу Лайн. Да, смотрят Валеева синьку. Да, блин. Последний заезд остался. Решите это потом, посмотрите. Не критично. Ну а что, потом задним числом зафиксировали, да и все. Каменцы против. Чтобы задним числом фиксировать. На Урале нет таких. Ну у нас же там... Хорошо, не у Гордакова зафиксировали, но у него там, наверное, вряд ли он... Он уверенно ехал, уехал. За Сеньку не нырял, посерединке ехал. Никому не мешал. Ну, бодро начал, в принципе. Из всех, кто сегодня видел, мне кажется, он стабильнее всех ехал. Кто? Ну да. Побился, а потом все. Ничего не определили, музыку слушаем. Музыку слушаем. Судьи. Ждут видеоповтора, похоже, за Сеньку кто-то. Кто-то заехал, сейчас будет. Да.
двумя колесами за синюю линию заезжать нельзя. Музыка прикольная, нам опять там куча этих всяких придет от Ютуба, от русского народа, за русский народный. Все, дает зеленый. Решение судей без изменений. А? Скорее всего. У него же машина там. Водитель оплаченный. О. Мегалада Данила Иванова. Даня Иванов 0. Данил Иванов Blue Line. Zero. Йони, Данил Иванов Blue Line. Okay. Yes. He disqualification. Тем временем одно очко заработал в копилку команды города Каменского-Уральского Мартин Кара Хилтонин. А Мегалада притормозилась, а Уфа оторвалась. А у кого сколько очков? Кто вообще как едет? Я же говорю, я бизнес-план-то придумал. Да, 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 да. Дмитрий Салтаков, 19-му заезде, заработал 3 очка. Динар Валеев, 2 очка, 1 очко. Мартин Хара Хилтонин, город Каменск. Салтаков, 3 points. Валеев, 2 points. And 1 points. Мартин Хара Хилтонин, Даниил Иванов, Blue Line. And now, Николай Красников, Фрэнки Цорн, Техан, Игорь Кононов. Ну, с Кононовым поедем. Вася не сытый, в Цорн. Ну да, да, шансы хорошие. Команда Мегалада в желтом наследнике представляет Игорь Кононов. И команда города Садринска в синем наследнике представляет Франц Цорн. Вася, Вася скандирует трибуны. Итак, Цорн, Красников и сытый, Кононов. Смотрим. Старт. Фрэнки Цорн выиграл старт. Игорь Кононов на любимой своей дорожке. Фрэнки Цорн, Садрин. Борется с Игорем Кононовым. Да, ой, подбросила Фрэнки. Василий Несытых. Ох, Василий Несытых. Пока что Игорь Кононов первый. Цорн второй, Красников третий. Ой, Вася подбросила! Вася, держись! Вася удержался. Борьба, борьба. Игорь Кононов. Пока что первый. Цорн второй, Красников третий. Вася Несытых отстал, но он удержался в седле. Встречаем финиш. Игорь Кононов. Три очка. Фрэнки Цорн. Два очка. Красников. Одно очко. И Василий Несытых. Ноль. Игорь Кононов. Три points. Фрэнки Цорн. Two points. One points. Николай Красников. And zero. Василий Несытых. This was last hit. And Игорь Кононов горцует. Фрэнки! Игорь Кононов. Я так понимаю, Мегалада победила? Или будет перезаезд какой-нибудь? Или нет? За третье место? Ну а как? У кого сколько очков смотреть? Пока что. Ну что там? Кто очки ведет, считает, подскажите. Перезаездов не планируется. Серега Печушкин, Игорь уже не подвел. Плохо, когда в нашей команде нету счетоводов. Итак, вот, слушаем. Друзья,
Мы приглашаем вас на церемонию награждения. Нет, церемония награждения, все. И команд участников перезаездов не будет. 22 очка заработала команда Торпедо ШААС, город Шадринск. 22, ШААС, Шадринск. Четвертое место на первом этапе. 30 очков и третье место. Почетное третье место команды города Каменск. Каменск-Уральский. Сет Пелес. Команде Башкортостан, город Уфа. Уфа, 31 points. 31 очко и 37 команды Мегалада, город Тольятти. 37, Мегалада. В этапе команды Мегалада 37 очков. Мегалада, 37. 30. Команда Каменского-Уральского. Сейчас, сейчас. Ну все, трансляцию заканчиваю. Награждение будем снимать? Да, давай я покажу. 37 Мегалада, 31 Уфа, 30 Каменск-Уральский и 18 Шадрин. Yes. Да? So now it's, is it the prize giving ceremony now? Or... Yes, 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 yes. Now ceremony and no restart. Okay. 15 minutes. Now we can go and drink tea if you want. We have a free time. 50 okay. minutes, yes. 15 minutes and after that is the prize giving ceremony. Yes, okay. Yes. We can go inside and... Yes, 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 and warm. Ну, надо что-то под мусорку определить. А? Я говорю, что-то под мусорку надо определить. Перед гостями неудобно же будет. Где-то Коля, Коля вон с флагом идет. Навстречу судьбе. Да, ну вот он сейчас по горке, вон идет шапки-ушанки. Коля. Ну все, церемония награждения мы в офлайн режиме потом снимем, покажем. Все молодцы. Thank you to all. See you tomorrow.